Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. Вы снова на нашем канале. Сестрички, лай! Наконец-то мы собираемся в отпуск в Испанию. 10 числа мы уже уезжаем. Сегодня мы будем собирать чемоданы. Ну что, мы будем начинать. А вы пока что подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Поехали. Давайте мы посмотрим, что я буду брать из одежды. Открываем шкаф. Мы едем на море на 7 дней. Из чего начнем? Давайте мы начнем с купальников. Вот у меня 3 купальника. Такой синенький. Это только верхний, я буду одевать с голубым. И один слитный. Тут на животе сеточка. На всякий случай возьму. Теперь выберу, в чем спать буду. У меня есть вот такие, вот такая пижамка. Я думаю, мне будет сильно жарко в ней. Возьму просто длинную футболку. И в ней буду спать. В серой футболке. Длинная такая, как у нас чемушка. В этот раз я хочу взять чемодан, не хочу брать рюкзак. Здесь лежали игрушки Макса и Карины. Я буду брать футболки и шорты, вот, другие там лежат, и все, больше ничего. Я вот возьму вот эти вот шорты, дальше еще шорты, подходит вот к этой футболке, эту я тоже возьму. Еще зеленые и потом еще оранжевые. Этим зеленым шортом есть такая вот зеленая футболка. Оранжевые шорты. Теперь буду вот эти штаны. Они тоненькие, в них не будет жарко. Можно гулять вечером. Вот это вот зеленое. Вот сюда. Фиолетовое. Ну вот. Вот в этом я поеду, эти штаны. И вот эта вот толстовка. И снизу вот это, если будет жарко, я сниму толстовку. Теперь вот эта футболка, такая вот, тай-дай. Вот сюда. Возьму несколько футболочек, чтобы менять. Так, возьму такую вот. Желтенькую можно взять. Ой, яркую еще. С такими зайками. Может быть, еще маечку взять. Разноцветную маечку. Все, я думаю, хватит. Теперь нужно выбрать низ. Такие шортики. Вот так вот. Там еще вот эти голубые. И вот такие вот юбка-шорты. Вот. Спереди юбка, сзади шорты. И теперь еще все панамки, которые у меня есть. А, нет. А, да. Вот. Я возьму эти 4 панамки. И заворачиваю. Странно выглядит. И тут есть маленькая шейка. Ну, вот это место. Это огненная. Она подходит к этой оранжевой. С этими оранжевыми шортами. Так, и теперь еще черную, мою любимую. Вот. Она двухсторонняя. Ух! Все. И еще шапку зеленую. Еще 2 футболки. Вот такая вот черная. Чевайпс. Так. Всего 5 футболок. Чего? 5 футболок на 7 дней? И вот такая вот оранжевая. Вот. Ух, все. Юбки чуть не забыла. Нужно взять 2 юбки. Вот это вот. Это платье. Все, я думаю, хватит. Обязательно купальник вот такой вот. Желтый. Так. Так, теперь полотенце. Вот тут одно. Это подстилка, чтобы загорать. Уже все впритык. Чтобы закрывать. Ух. Тут у меня еще кое-что осталось, но это я положу в багажник. Такой вот наборчик. Тут ласты, такая трубка и очки. Я люблю плавать под водой. Но это я положу в багажник. И возьму такой вот надувной баллон, это донат. Этот он не вмещается тоже. Положу тоже в багажник. Крем от солнца у Маргариты есть. Закрываем. Красивый чемоданчик. Все. На всякий случай я еще возьму курточку. Или когда мы будем ехать ночью, и у нас здесь в Швейцарии прохладно, можно надеть курточку. Одежду я выбрала. Вот такой вот у меня будет рюкзак. Надеюсь, поместится все. Носки и нижнее белье я потом еще положу. А сейчас буду укладывать это. Начнем с пижамки.
маечки, футболочки. Очень удобно сворачивать трубочкой, потому что меньше места занимает. Все, по-моему, с этими мы закончили. Теперь шортики. Тоже трубочкой заворачиваем. Купальники я засуну в другой отдел, сюда. Куртку я возьму с собой в машину. Теперь я покажу, что я с собой возьму из косметики. Моя косметичка. Я просто покажу, что у меня здесь в косметичке лежит. Вот расческа обязательно. Я с собой почти взяла. Еще такую маленькую палетку. Может быть, понадобится. Дезодорант обязательно. Такую пищевку, щепку. Обязательно наушники и мамасочку. Вся косметика. Тут у меня резиночки, кисточка. В общем, все. Всякие крема, это тушь, гель, бальзам. Перед отъездом я еще положу зубную щетку. Обязательно. Наушники недалеко нужно убирать, потому что я в машине буду смотреть либо фильмы, либо слушать музыку. У меня еще много места. Обязательно крем от солнца и после солнца. Это лосьон для тела после загара. На ней я буду лежать, загорать. Полотенце тоже обязательно. То есть мы тоже трубочкой забираем. Вот так помещается. Я с собой еще возьму вот так вот надувной матрасик. Это мороженое. Буду на нем плавать. Как оно большое. Рюкзак мне это не поместится, поэтому я потом положу назад в багаж. Возьму я еще с собой какую-нибудь подушечку, машину. И думаю, вот эту вот. Вот эту подушку я всегда с собой беру. Потому что мы будем ехать где-то 15-16 часов. Буду спать. Вот такую вот еще. Еще я с собой возьму мою кепку. Тоже в рюкзак. Теперь давайте посмотрим, если застегнется или нет. Я думаю, что да. Очень легко. Я готова. Ну что, ребятки, на этом мы будем заканчивать наше видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на наш канал и на наш влоговый канал. Не пропустите наши влоги с Испании. Будет очень интересно. И всем пока! Пока!